В карагандинских колониях обнаруживать подкопы помогают лошади. Заключенные изобретают все новые способы побегов и передачи запрещенных предметов. Вот и сотрудникам исправительных учреждений приходится применять смекалку. Времени у осужденных много, фантазий тоже. Перебрасывать сотовые телефоны и наркотики сейчас мешают высокие заборы. Но арестанты придумывают все новые способы. Периметр ограждения охраняют военнослужащие. Чтобы предотвратить попытки побегов, они совместно с сотрудниками режимного отдела проводят обходы запретной зоны. Лошадь же помогает найти подкопы и оседание грунта. Эти животные отлично чувствуют пустоты под землей. И если отказываются идти, есть повод обследовать участок. А по словам сотрудников уголовно-исправительной системы, такая практика сейчас используется во всех колониях области. На участке номер один, плита 7-6, обнаружен подкоп или пустота. Вот сейчас проверяем. Принял, направляю группу.